Все, третье, что делаем, набиваем Викусе татуировку. Сейчас расскажу, где, за сколько. Она у нас уже женщина забитая в угол, на ножке у нее тут есть татуировка, на руке имя сына. Вика к 36 годам решила определиться с гендером, поэтому будет набивать себе фемина. Это переводится как... женщина. Шо? А так непонятно. Студия называется 365 Days Tattoo. Находятся они на станции метро Молодежная. Здесь, кстати, делают еще и пирсинг. И обучают еще татуировкам. Разбито по таким вот комнаткам, зонам. То есть вы будете, если делать, например, здесь, так чик, закрывает, и вы здесь один. Сейчас будет минимально секс-контент. В этой студии бьют еще техникой хэндкок. У меня так набита эта татуировка. Это без использования машинки, а просто такой иголочкой, из которой торчат много-много маленьких иголочек, от руки делает. Оно менее болезненно, чем на машинке. Нету этого звука, как у стоматолога, когда машинкой. Сперва делается ее переснимка. Нормально по ощущениям? Если вот на этом месте набивать татуировку, то это менее болезненно, чем лазер. Если вы, во всяком случае, боитесь, то можно приходить с другом. Вот он будет, как я, тут сидеть. Вот такая аккуратная тоненькая малышка получилась. Кстати, набили ее буквально за 20 минут. После процедуры вам дают такую вот памятку в конверте, как ухаживать за татуировкой. И бесплатно сейчас еще дают такие вот заживлялки. Плюс дают такую карту лояльности. Каждая седьмая услуга в подарок. Это может быть пирсинг, это может быть маленькая татуировка. Можно с друзьями прийти. Седьмая будет в подарок. И Викина татуировка будет стоить 68 рублей вместо 85. Акция будет длиться месяц. Вот на нее ссылка. Но мы еще маленький сертификатик разыграем.